Быстро собраться на свидание, найти ключ в недрах сумки, заставить парня смотреть только на тебя. Служба спасения девушек поможет в любой сложной ситуации. Смотри на канале Вуху. Проблемы девушек. Ты девушка в беде? Наша служба спасения примчится на помощь по первому твоему зову. Переделать неудачную укладку? Исправить катастрофический макияж? Даже если злая ведьма заточила тебя в башне, мы все равно к тебе придем. Ты будешь спасена, чего бы это ни стоило. Служба спасения девушек. Для нас нет неразрешимых задач. Вау, это служба, то, что мне нужно. Алло, служба спасения, мне нужна ваша помощь. Приезжайте сейчас же. О нет, мой бывший со своей новой. Нельзя, чтобы он меня увидел. Я сегодня не в форме. Служба спасения, на помощь. Без паники, я уже здесь. Как хорошо. За мной. Готово. Преображение высочайшего класса. Так вас даже родная мама не узнает. Невероятно. Кого только не пускают в это заведение. Не обращай внимания. Добрый вечер. А это еще кто? Бродяга, убирайся отсюда немедленно. Вот это был день. Сделаю селфи. Мое лицо, кошмар. Лицо обгорело на солнце, а следы от очков просто ужасные. Какие чувства у вас это вызывает? Это конец. Что мне теперь делать? Без паники. У меня есть план. Вечеринка в разгаре. А вот и ниндзя-черепашка. А где костюмы? О нет, здесь написано «костюмированная вечеринка». А это что? Строка отклеилась. Не костюмированная вечеринка. Какой позор. Дождалась. Теперь они мои. Сапоги моей мечты. Теперь посмотрим, насколько в них удобно. Не очень. Служба спасения девушек всегда поможет. Алло, срочно приезжайте. Помощь уже прибыла. Аккуратно, не торопитесь. Ой, не получается. Сверхсекретная разработка специально для экстренных случаев. Костыли. Ну, не знаю. Как-то не очень элегантно. Зато надежно. Ужас. Наконец-то дома. Где же ключ? Снова потерялся где-то в сумке. Без помощи мне не справиться. Алло, служба спасения девушек. Вы мне нужны. Мы идем на помощь. Открывай сумку. Приготовиться к погружению. Здесь только всего. Прием, ты видишь объект? Прием, объект не найден. Ай, здесь становится опасно. Сейчас мы его достанем, чего бы это ни стоило. Миссия выполнена. Уютный вечер дома. Что может быть лучше? Любимый приедет через пару минут? Звоню в службу спасения девушек. Через 5 минут свидания, а я не готова. Сейчас все сделаю. Вау, в этом кейсе все, что нам нужно. Вперед. Начнем с вечернего макияжа и укладки. Теперь займемся выбором одежды. Лесли, я уже здесь. Привет, дорогой. Я так тебя ждала. Я вспомнил. У меня важное дело. Мне пора. Стоп, ты никуда не уйдешь.
Давай отправимся в этот новый клуб. Там сейчас отдыхают все. Если ты настаиваешь, это будет эпично. Фильм был просто потрясающий. И актеры, и спецэффекты. Эй, на кого это ты так засмотрелся? На нее? Нет, ни в коем случае. Я этого так не оставлю. Звоню в службу спасения девушек. Служба спасения, сделайте так, чтобы мой парень не смотрел ни на кого, кроме меня. Мы на месте. Это объект. На счет три начинаем. Мой хороший, белый цвет тебе очень к лицу. За что? Вечеринка потрясающая. Я и мое новое платье в центре внимания. Что? Да как ты посмела сюда заявиться в таком же платье? Я первая его купила. Нахалка, убирайся отсюда. Я останусь, а вот ты можешь проваливать. Служба спасения девушек. Сейчас я решу эту проблему. Ножницы и ваше платье уже не одинаковые. Что это такое? Это просто ужас. Не проблема, есть другое решение. Перманентная краска. Готова. Она уничтожила мое платье. Теперь они одинаково испорчены. Мир, можете не благодарить. Ну раз так, продолжаем веселиться. Зря что ли пришли. Как интересно. Он зовет меня на свидание. Сегодня. Я ужасно нервничаю. Спокойствие, Лесли. Ты в надежных руках. Начнем подготовку к свиданию. Этап первый. Удаление всех нежелательных волос. Побольше пены для бритья и можем начинать. Лесли, ты готова? Выберем наряд. Это не подходит. Тоже нет. Это ни в коем случае. Что же делать? Ты думаешь о том же, коллега? О, да. Тяни. Есть. Как же много здесь волос. Они везде. Отлично. Еще пара петель, и все будет готово. Примерь вот этот свитер. Вау! Он идеально подходит под цвет моих волос. Вы просто волшебницы. Да. Какой замечательный свитер. Такой мягкий и теплый. Я готова к свиданию. Что? Все отменяется? Ресторан просто замечательный. И интерьер, и картины мне очень нравятся. А салат просто объедение. Эй, ты меня вообще слушаешь? Тебя интересует только телефон. Но я знаю, что делать. Я возьму телефон на минуточку. Расслабляющий массаж. Комплимент от заведения. Устанавливаем бомбочку. Возвращаю ваше сокровище. Укрываем клиента. Что это было? Проблема решена. Никакого телефона. Обращайтесь. Милая, у меня вся жизнь пролетела перед глазами. А я тебя совсем не ценил. Прости. Ну надо же, как закрутился сюжет. Я вся на нервах. Ой, мои очки. Спокойно, без паники. Алло, служба спасения? В чем проблема? Очки. Это легко исправить. Кусачки? Или ножницы? С чего начнем? О, нет. Может, оставим как есть? Работа кропотливая. Главное, чтобы рука не дрогнула. Упс. Пару прядей зацепила. Спасибо. Может, чаю? Клиентка не должна ничего заметить. Нужно избавиться от волос. Что-то не так? Все отлично. Я люблю салат. Я без ума от овощей. Снова на диете, сестренка. Удачи. Шоколадка, объеденье.
А чипсы такие хрустящие. Это невозможно! Как я могу сидеть на диете, когда он объедается чипсами? Придумала. Сейчас я тебе устрою сладкую жизнь. Чипсы закончились. Поищу что-то в холодильнике. Ой, а вы кто? Хватай его! Объект обездвижен. Задание выполнено. Ого! У вас и методы. Отлично! Настал мой черед похрустеть. Как расчесать эту копну волос? Ничего не выходит. И щетка застряла. Я спасу тебя. Грабли отлично справятся с этой задачей. Так это был парик? Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, в каких ситуациях служба спасения девушек пригодилась бы тебе. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале Вуху.